Что, заинтересовало видео, мои юные анонисты? Так это же Devil May Cry 4, ребят. Все, кто не в курсе, обязательно смотрите. Классный файтинг, чисто месить демонов. Классная игра. Это прохождение за первого персонажа, за самого, ну, наверное, основного, за Неро. Ребят, все, кто в теме, обязательно смотрите. И приятного просмотра. Начнем с начальных заставочек. Будем смотреть все. Смотреть и кайфовать с этого графона, ребят. Всем приятного просмотра. Ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms
such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Huh? I won't hold my breath. Notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. Что ж, первая миссия. Сразитесь против тайного ассасина. Да, тайный ассасин. Так, ну что ж, ребят, нужно переставить немного контроль. Немного переставим контроль, управление, клавиатура. Так. Так, оружием. Вот так, прыжок. Вот так. Фрингер так. Ближняя. Так. И насмешка. Отлично. Так.
Прыжок. Сложно, наверное, будет. А, надо просто перепрыгнуть. Хорош. Отлично. Что next там? Перекатиться просто надо, да? Окей. Хорошо, справились. Ну что ж, нужно просто надрать ему задницу мечом. Поехали. Отличненько. Поехали дальше. Что будет дальше? Ага. Поднять на воздух. Окей. Красный шар, красный камень моей демонической крови. Пожертвуй его богам и обрети новую силу. Окей, окей. Схватить радиоским захватом и метнуть его прочь, как игрушку. Окей, давайте пробовать. Найс, пора подраться. Окей, гоу. Okay,
Ну это конечное. You aren't human, are you? We're the same. You and... them. Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey! Adios, kid. Ох уж его постоянные подколки. Так, ну прошли. Прошли разминку, так сказать. 181 горная душа. Душа гордости крови, славы, крови, крови, славы. Нужна при подъеме способности. Все просто. Все просто. Поехали дальше. Is here for me? Kreta requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Thank you.
Миссия 2. Глава замка Фортуны. Поехали, поехали, поехали разносить. Что там у нас ждет? О, сразу. Демонюги, демонюги, ребят, поехали. Зеленый камень магии демонической жидкости возвращает жизненные силы. Поехали, окей. Золотой камень магии, созданный в тайне возвращает твою душу. Да, ну это типа реинкарнация, ребят. Типа после смерти, но если вдруг умираем, сможем возродиться, имея этот шар. Да, заполонили весь город и танцуют. Ну, прикольно. Кстати, ребят, насмешки помогают набирать горные души. Насмешки, но не только насмешки. Стиль драки. Если мы красиво деремся, то, соответственно, и больше получаем горных душ. Гордых, а не горных, дурачок. Окей. Злое наследие, кристалл, содержащий силу древнего зла, обладает способностью пробуждать новую силу. Ну поехали. Окей, будем пробовать. Thank you.
Какое-то секретное задание. Что там? Аннигиляция. Понятно. Хорошо, хоть не пенетрация. Поехали пробовать. Какой-то осколочек. Ну что же это интересно. Собери 4 фрагмента кристальной жизни. Создай превосходный кристалл. Понимаю. Фрагмент синей сферы. Понял. Разбивая этот кристалл, мы набиваем себе красные сферы. И по окончанию, по идее, побольше чуть должны дать. Ну вот как-то так, походу, да? Еще одна синий кусок. Одна синий кусок. Окей, уже два кусочка есть.
Да типа получается мы должны набить эту хрень. И тогда откроется ворота. Окей. Понял. Так, ну мост спустился, по идее, тогда можем спокойно там пройти. Не знаю, зачем его надо было поднимать. Эти же демоны, они могут где хотят рисаться, в принципе. Такой бред небольшой, если что-то. Классный графон. Графон, конечно, топовый. Просто посмотрите, какой вид. Странно, солнце так переливается. Смотрите, перевожу. Как будто два солнца становится. Но есть погрешности, конечно, но не совсем критичные. Но графон классный, рили. Но тут нужно набить нам как можно больший ранг по своему файту. То есть, ну, как мы красиво деремся. И тогда разобьем эту статую. Ну норм, но тут мы можем выучить себе какие-то способности, навыки. Так, ну давайте выучим вот эту тему в первую очередь. Считаю это нужным. Так, ну и на боли у нас в принципе ничего не хватает. Скорость, вот скорость нужно будет еще выучить. Ну да ладно, ребят, сейчас будет первый босс. Красивый босс, четенький. Один из самых красивых боссов. Ну и дальше будет интереснее. В общем, смотрим.
bad for the complexion. My Bernie's never tan. When I came to this world 2,000 years ago, there was no such human as the likes of you. Wanna make it another 2,000? Fire! Да, это круто. А чё, поехали. Надерём ему задницу. Но когда он без огня, он уязвим, и можно применить к нему способности. Это круто. И можно еще разок. Ну, это конечное для него, я так думаю. Ну, вот такой вот первый кусочек. Интересно, прикольно, красиво. Ну, что там у нас получилось? 90% орб. Это неплохо, в принципе. 1500 душ. Найс. Ну, сейчас мы апнемся. И пойдем дальше. Что ж, ребят, погнали дальше. Но для начала усилимся.
усилимся. Хочу докачать вот эту тему. И... Но не хватает чуть-чуть у нас, да, на прокачку. Третьего уровня. И, скорее всего, я прокачаю еще скорость. Ну и что-нибудь из этой темы. Вот это прикольная штука. Все. Усилились. И начинаем новую миссию. The White Wing. Белое крыло. Да? Если я не ошибаюсь. Поехали. Хочу добраться до верха, там сфера должна быть. Ну, кусочек сферы синий. Сейчас будем пробовать добираться до туда. Это было так близко, но я дурачок. Найс, таки собрали мы магический шар. Жизнь до максимума, окей. Во, хп добавились, отлично.
Звезда жизни. Камень слегка восстанавливает жизнь. Ну, это просто, это как хилочка. Я сейчас вспомнил, что в самом начале была красная статуя, которую мы могли разбить также, но уже возвращаться туда не вижу смысла. Красивая локация. Прям вообще по кайфу. Красиво очень сделали. Просто посмотрите, какой вид. Новые демонюги подъехали. Ну давайте поколотимся. Просто помню, на каком-то была вот такая небольшая бонусная тема, но на какой статуе я точно не помню, поэтому пришлось себе перебирать. Да, виды, конечно, красивые, очень классно перерисовали все, качественно сделали, графон, конечно, топовый.
I owe you thanks. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Savior. Вот это, если честно, я уже не помню, куда нужно идти. Очень давно проходил эту игру, но, к сожалению, все забывается. Насколько я помню, тут есть потайная тема, где-то из этих стекол. Ага, не здесь точно, но вот здесь должна быть. Найс, поехали дальше. Thank you.
такая мини-подсказочка, что что-то нужно сверху скинуть. Погнали. Будем сейчас скидывать сверху штуку, чтобы пробивала пол. Ага, это так работает, понял. Что ж, ну, с этой попытки я уж точно должен пройти там. Может, это уже ни в какие ворота. Может, что-то есть какая-нибудь приколюха тут, типа, ну, не просто так же эти выступы для красоты. Походу нет, я ошибся. Насчет приколюх. Что ж, смотрим дальше, что будет.
Но это для Данте сделано. Не для моей руки. Святая вода. Отгоняя демонов, поражает ближних врагов. Это жесткая вещь. Что-то многовато их тут. Так, что мы можем усилить? А, мы сейчас ничего не можем усилить. После этого можем усилить, наверное. После этой сцены, которая будет сейчас. Didn't figure this guy for a bookworm. One way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons? Silent type, huh? Well, that's annoying. What's your friendly banter? Come on.
Да. Ну, прикольный файт. Мне прикололо, что я наверх куда-то залез. Хотя туда просто нельзя залезть. По-моему, не знаю. Ох уж эти демонюги. Так, искусственная душа, созданная алхимией, вдыхает жизнь в неживое. Прикольно. Так, ну прошли миссию, 71% орб, ну плоховато. Так, и 2000 гордых душ. Нормально, нормально, что ж, сохраняемся. Сохраняемся и ехала далее. Используй полученные силы для сбора 4 гироклинков. Ну, давайте сначала усилимся. Навыки. Докачать розу хочу. С ней будет попроще. Так, и так, это нет. Роли тоже, наверное, не нужны. Я хочу вот эту тему. Полезная вещь. Так. И поехали. Забыл орбы пособирать, орбы пропали. Это плохо, ребят. Уловил. То есть это хрень, и теперь будем разбивать центральную. Какую-то гробницу, надгробие. Ну давайте попробуем. Но без орб на самом деле никуда. Орбы поразбивать — это святое. Тут, ну, слегка корм. Собрать. И отлично. Так, ну что мы имеем тут? Весьма интересная печать. Можно ощутить магическую силу внутри, но не почувствовать ее.
Так, ну раз мы имеем тут одну такую тему, то можно снять, по идее, с того места, где они стоят, одну, пригнать ее и уже пригнать две потом. Надеюсь, вы поняли, о чем. Так, ну погнали пробовать. Поднимем эту и разбудим ту. Нифига там просто искрилось все. Прикольно, мне понравилось. А, так чё я парюсь? Я сейчас подниму и раскатаю их этой темой. Так, найс, ну орбы собрали. Можно дальше продолжать. Сейчас там челиков тоже раскатаем. Демонюги проклятые. Так, сейчас, подождите секунду. Укатило. Только орбы светятся просто. И все. Так, ну две поставили. Сейчас поставим третью. Поставили третью. Найс, смотрим, что будет. Ага, три стати на пластаты на пластине. Ярко сверкает. Осталось одно пустое место. Понял. Поехали искать пустое место. Странно, не пробивается вообще. А, по-моему, тут будет выход. Выход какой-то. Да-да-да, я вижу по карте, что это какой-то выход. Но немного непонятно. Так, ну тут на самом деле я уже не помню, куда мне надо. Сейчас будем рыскать, искать. Нам нужно пройти в какой-то зал. Да, нашли мы этот зал. Там, где будет огонек такой выстреливать. Ну ладно, поехали, разнесем их. Так, какое-то задание или что это? Нет.
Для прохода дальше необходимо получить силу отражать огонь. Может... Ага, можно использовать как щит. Понял. Хорошо, ну я понял. Так, у нас есть теперь еще какое-то, вижу, задание, красная метка. Сейчас посмотрим, что там у нас. Посмотрим, что тут у нас. А, ну это простенькое. Алле-оп. Просто держать на воздухе, ребят. Так, ну продолжаем идти дальше, только куда-то у нас делось. А, вот, вот все. Найс, отсюда будет. Так, разберемся с этими и погнали дальше. Найс, открыли мы печать. Сейчас разобьем ее быстренько и посмотрим, что нам откроется. Ага, открылись центральные ворота. Так, заберем орбы отсюда. И будем гнать. Гнать, будем гнать, поднимать нашу недвижимость и идти дальше. Сейчас мы его задолбим, там к стеночке прижмем. Хорошенько разгоним, сейчас посмотрим, что будет. Просто на части порубило. Собираем орбы и идем ставить на четвертую платформу. Найс. Так. Смотрим. Ага, поменялись у нас платформы немного местами. Так, а где эта платформа? Куда укатилась? Слышу звук, но не вижу. Ага, вижу. Все, сейчас поставим. Так, ну что ж, поставили еще одну. Смотрим, что у нас открывается. Да, открывается у нас проход. И, судя по большой зеленой орбе, там будет какой-то босс. А какой босс, сейчас мы увидим. Ну, давайте сначала усилимся, может что-то у нас есть. Эх, печалька, к сожалению, не усилимся. Но пойдем так драться. Сейчас босс будет прикольный, ребят, посмотрите, какой вид просто. Так, что ж, поехали.
This blizzard must be these demons. Какой здоровый. Короче, когда он так падает, можем сделать захват и разнести ему пол лица. Это круто. Очень важно увернуться от этого захвата, иначе мы замерзнем и будем уязвимы. Эх, все равно напрыгнул на меня. Упс, скушает сейчас. Боже, он так меня сейчас сожрет просто. Просто в угол загнал и хавает, серьезно? Ну, придется использовать золотую сферу. Что делать? Ну, это конечно. Ну, ценой золотой сферы, но это такое себе на самом деле. Один из легких боссов и... золотую сферу использовать, это надо было зеленую взять. Труп русалки, часть висящего щупальца демона Вала. Те, кто подберут его, найдут новый источник силы. Ну, прикольно. Вот такой вот босс вышел. К сожалению, потеряли одну золотую сферу, но я думаю, это не столь критично. Найс. Еще одну главу прошли. Посмотрим, что у нас тут по достижениям. 74% power и 1200 гордых. Ну, такое. Так, ну что ж, будем сохраняться и... Next time, ребят.
Так, у нас подъехала пятая миссия. Нужно получить талисман крыла. Что ж, ребят, начинаем и поехали. Если честно, вот эту миссию я вообще не знаю, как проходить. И поэтому даже браться, ребят, не будем, потому что я не понимаю. А, все равно. Ну окей. Не знаю. Но такое. Так, пойдем дальше. Пойдем дальше. Thank you.
Талисман ветра. Так, сделан из кристального крыла ангела. Вызывает божественный отзыв особого оснащения. Понимаю. Поехали. Так, ну можем теперь прыгать по платформам. Хорошо. О, сфера. Надо взять. Thank you.
awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Ah. His Holiness! You look magnificent! You sent that cocky kid Nero to find Dante? You question my command? Yes! What shall befall me? Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Credo. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must ease their minds on this matter. Of course. Да, что-то нечистое на самом деле замыслили. Что ж, прошли еще одну часть, главу. 63% орб, очень мало, ребят, очень мало. Хотя и так старался, так, ну 2200 душ. Сохраняемся. И ехали далее.
Если понять в расчет жизнь и смерть, именно мы те, кто все это создал. Если двигаться вперед, ты желаешь, что-то желаешь, мы советуем тебе идти по направлению к двери. Теперь решится твоя судьба, сразись с нами или прогресс будет отменен. Ну, я так понял, нужно идти, типа по шахматам. Поехали. Троечка. Давайте посмотрим, что будет на 6. Ну, найс. Это уже какая-то лотерея получается. Ну чё, мы сегодня драться-то будем или нет? Или так и будет вести на халяву какую-то? Да, ну сейчас походу подеремся. Двоечка, это у нас... Да, будем драться. Ну накаркал, поехали. Пятерочка. Найс переход. А, найс переход. Понимаю. Бывает, бывает. Поехали. Да, самая жесткая подъехала.
6. Наконец-то что-то путнее. Поехали. Перейдем, да? Найс. Хорошо. Ну и все, это конечное. Проходим дальше. 4, 5 и все. Найс. Хорошо. Прошли это место. На всякий случай, наверное, все же возьмем, чтобы не заруинить, или нет, или не брать. Давайте перестрахуемся, возьмем одну. Возьмем синих, поднимем себе немного хпшки. И так, ну, у меня 4 маленьких звезды. Давайте одну такую возьмем, все, запаковались немного и пойдем драться. So, you've come just as I'd expected. Huh. Who the hell are you? I am Arnulf. Working in secrecy, very few are privy to my existence. Funny, to figure an order official out for a stroll in a hellhole kind of place like this. Hellhole? Watch your words! Just as foul-mouthed as I had heard, the rumors proved true. As were the new ones concerning your demise. Don't you think that's a little harsh? Killing me because of the way I talk? Thank you.
How can it be? Look who's talking, jackass. Answer my question. What the hell's going on here? How profound. It's magnificent. Okay, did you even hear me? If you want answers, then I shall give them to you. It has only been a few years since I began this research. Could we isolate and bind demonic power? It could enable us to conquer the world. And that is the wish of His Holiness. What a crock. And you may as well ditch the efforts, pal, because His Holiness is dead. Ah, but His Holiness has been reborn as an angel. An angel. And soon, so shall I. Just a small fraction of my research has yielded. Look how beautiful this white armor stands. You have no idea the hardship to make just one armor come to life. I had to capture and control countless demons to harness their souls. Summoning them alone was almost an insurmountable task. Summoning? So it was you who made the gate. Yes, the Hell Gate. I created it merely as a reference and substitution for the real gate. But after utilizing an extremely powerful devil's arm, it proved sufficient. What the hell are you talking about? You should rest. Soon, you shall be my next subject of experimentation, so that I can learn a little something from you. And that arm. Never. Take him out.
should get back to headquarters. If what Ogner said is true, Kratos must have known something. Меч, пропитанный огромной магией, дает Неро новые силы. Что ж, открываем мы новую силу, так сказать, и будем проходить дальше. Печалька, не достает, у меня просто не достает рука. Скорее всего, придется этот кусок не подбирать, потому что вариантов нету других. Так, ну, не будем же брать тесты, не знаю, я просто не помню, какие тесты топовые, там какие нет. Ну, вот эти бонусные миссии, и поэтому пойдем дальше. Не будем как бы тратить время. Просто я не знаю, как некоторые проходить. Thank you.
Белый камень магии, кристалл духа, делал основную силу магии. Ну, это классно, камень классный. Прикольно, что он падает с ледяных. Ну, может, не только с ледяных, посмотрим. Посмотрим по ходу дела. Так, ну что ж, подходим к месту, которое мы только что открыли. Будем идти через мост на новую локацию. Вот такая вот красивая локация вышла. Не знаю, очень качественно сделана. Мне очень понравилось. И просто идеально. Обрели новые силы. И идем. What the hell is this? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. This is gonna have to wait. How much could he really know? Так, ну что там, подведем итоги. 69% по орбам и 3400 душ. Нормально, неплохо. Что ж, сохраняемся и поехали дальше. Is your wish. Though who will then track Dante? I will find Dante. You can guarantee his capture then? Absolutely. It's good to see your holiness has recovered. Is she reliable? She once brought us the sword Sparta and hastened the completion of our savior. But she remains almost a stranger to us all. Which will only concern us should a situation arise. As for her identity, I have already investigated. Now. Find us Nero and Yamato and bring them back to me. As you wish, Your Holiness. That menace Nero appears to be quite close to Kratos' sister, Kyrie. More than once, he called out her name. Миссия 7. Что там? Проследуй через лес руин. Поехали.
Усиление прогуляли, конечно, но ничего. Пройдем чуть дальше и будем усиляться. Потеряли хитпоинты и пошли дальше. Ой, вот эта подстава сейчас была конкретная.
Ну, чтобы достать, тут нужно просто улучшение иметь на дабл-прыжок. Но пока я еще не изучал эту способность. Что ж, будем проходить дальше. Ну, по мере возможности будем подбирать, прокачиваться. Эх, все не так просто, как кажется. Тут не хватает дальности. Захвата, конечно, жестко. Ну и опыта, конечно. Что ж, ладно, пойдем дальше. Не будем долго мучиться. Без прокачанных способностей, ну, тяжеловато. Тяжеловато. Thank you.
Так, сейчас у нас будет босс. И я думаю, нам необходимо... необходимо что-то жестко попрокачивать. Так, при активации захват дьявола сочетание полосы будет снижено. Ну, я думаю, это топово. И нам бы вот эту тему бы прокачать. Это уже на next. И по вещам у нас добавляются сферы. Сферы. Фиолетовый. Звезда дьявола. Так, пурпурная сфера. Камень магии. Повышает магический предел магических сил. Давайте приобретем 8000 и все, это ласт. Ну, как-то так, ребят. Запаковались. И идем просто валить босса. More than enough. Your insignificant insults have no effect on me, though I will tear your body to shreds! Don't step up if you're not gonna put up a decent fight. Didn't your mom ever tell you not to litter? Одно из семян ехидны. Этот фрукт ее... Это чего? Этот фрукт ее лона содержит силу, связывающую вместе с растением демонов. А, понял, понял.
Ну что там у нас? Подведем итоги. 82% сфер. Неплохо, неплохо. И 300 душ. Наконец-таки докачаю руку, дальность руки. Но вот сейчас на самом деле не хватало кручения в воздухе, атаки. Атаки мечом в воздухе не хватило, вообще никак не хватило. Сейчас посмотрим. Так, next миссия у нас. Прими свет, чтобы убежать из леса. Прими. Такой бред. Прими. Так, ну посмотрим, что у нас по усилениям. Ладно, уговорили таки. Докачаю. Все. Больше ничего качать не будем. Давайте, поехали, next.
Так, ну вроде по усилению нам особо ничего не нужно. У нас все есть. И как бы душ у нас нету. Поэтому пойдем сразу драться. Сейчас будет тяжелый босс. Но будем пытаться его пройти. Ask you this. What exactly is the order after? And who the hell is Dante? You do not demand answers from me! You possess the power of a demon. Back down. I don't want to hurt you. I won't do that to Kitty. Me? You don't get it, do you? You too. I have been chosen to take the next step in evolution, to become something far more than just human. Wrong, Credo. All that you've become is a demon. As captain of the Holy Knights, you cannot rest. It's the wish of his holiness. Ah!
No, wait. This isn't what you think. Why? Why did you do this? Intentions to protect you from the truth. Nero is a demon. You son of a... Nero! Not to worry. I have no intentions of harming her. Yet. Though, it would appear your attachment extends beyond friendship. She has nothing to do with this. Let her go! Agnus! How dare you use my sister? This is my fight, and I will finish it. Let her go. His Holiness predicted your defeat, and so ordered that your sister be utilized. What? If you want her, then come and get her. For I cannot guarantee her fate. His Holiness, use Kyrie. Where is he taking her? Back to headquarters? I'd assume so. Nero, we must set aside this battle until I find out the truth of this.
обладает плотной силой силы, что нужно для манипуляции с самим пространством и временем. Ну, это, короче, типа замедление, да, я так понимаю? Нормально. Thank you.
you done to Kyrie? Why don't you check and find out? But don't expect me to be as easy on you as I was last time. If I have to kill you to save Kyrie, that's war. You got? I think it's time to put you out of your misery. Конец амбиции, его святость. Так, что ж, начнем десятую главу, не знаю. Но для начала надо бы немного прокачаться. Посмотрим, что можем. Но из этого мы точно ничего не можем. Свойства. Ворот и масс-акт. 500.
Ну, в принципе, ничего не можем толком улучшить. Но, ребят, погнали так.
Так, что ж, не зря тут стоит у нас тотем, который помогает нам улучшаться. Не знаю, ну, у нас только по орбам. Автонабор, навыки. Надо вещи. Посмотрим по вещам, что можем приобрести. 20 тысяч и 15. Ну, такое себе, ребят, на самом деле. Ну, ладно. Поедем без улучшений. Сейчас будем, скорее всего, драться. What took you so long? You. What are you doing here? Forget it. I don't have time for this. And neither do I. So I'll cut to the chase. I'm here for the sword. Your point being... It was originally my brother's. Return it to me, and I'll let you go, kid. That's right, son. I think you blush a pretty pink when I kick your ass! Oh. Helpful hint. Took a tip from the elders. Cooled off yet, kid? What's the matter? Why the glare? You look as if you've just been playing me from the beginning. That sword was used to separate our world from the demons. I can't have something of that kind of power floating around now, can I? It's gotta stay in the family. I need this. Then keep it. Now that you're calm and cool, get going.
What's your name? Nero. You're Dante, right? Not a bad name. Neither is yours. Regal look suits you. I dress to impress. Are you sure you want to let him go? Yeah, I figure he can bear the burden. I know it's not my business, but this could get ugly. Well, if the kid screws up, then I'll just have to kick his ass. Да, эпично было. Классно. Классно. Просто люблю игру за вот эту тему, за эту эпичность. Это круто. Что ж, ну вроде прошли за Неро. По идее, сейчас будем играть за Данте. Или нет? Будем продолжать за Неро, да. Продолжаем за Неро. Я уже просто не помню распорядок, когда и как играем. После чего... А, вот после вот этой уже миссии будем уже переходить за Данте. Что ж, поехали доигрывать.
think we've got a difference of opinion on that one. How unfortunate. Kyrie. Is it not your wish to become one with her? Within the Savior, your mortal bodies will combine, melting into one to manifest and create his core, a thing of utter and pure beauty. Go blow yourself. You are too late. But, although still incomplete, this is your chance to catch a glimpse of the true power of our Savior. Thank you.
must salute a man who carries the blood of Sparta. While not in Dante's league, you still presented a harder fight than I had anticipated. Dante? I had originally intended to absorb him into our savior. But circumstance presenting, I'd rather choose the option at hand. Unfortunately, you did not anticipate a descendant of Sparta's blood. And because of this boy, you have been outwitted, and the savior will be completed. I don't know. I'd wager this kid still got some life in him. You fool! Escape is now impossible! The creation cannot be stopped! Giving up so soon? My options are limited. So melodramatic. Besides, if you die without giving my sword back, I'm gonna be pissed. Then come and get it. What a punk. Thank you.
Check it out. It's got wings. The design shows terrible taste. Hey, where's that thing going? It's not complete yet, is it? It is in his heart to save the world from chaos. He will begin by driving it out. Now he has what he needs. Yamato. His body used it to seal the Hellgate from the demon world. The sword is the key to opening the Hellgate. The real Hellgate. That lies dormant beneath this city. The sword that separates the human world from the demon world. I think you, the son of the Dark Knight Sparta, are the only one who can stop the Savior now. Dante. Looks like you've got a rep to live up to. Looks that way. Please, honor one last request. Save them. Kyrie and Nero. I wouldn't want to deny anyone their dying request. I'll sweep the city and evacuate the people. Hey, is this your way of ditching and dumping this mess? You want to switch? It's cool. Let's stick to the plan. Что ж, вот и подошла часть к концу за Неро. Next час будет за Данте. Что ж, я думаю, вышло неплохо. Очень красивые заставки. Классно вообще все реализовано. Начинаем сохранение со второй части. И продолжаем далее, но уже в next выпуске. Вот так вот вышло, ребят. Что ж, поехали дальше.
deliver us salvation! We must repent and rejoice, for the world has not yet come to an end! That's a solid performance for an old fart like you.